Вот такое вот чудо устройство. Трипод на гибких ножках прибыл мне из Китая. Сегодня я попробую его в деле. Возьму с собой на соревнования и посмотрю, как с его помощью можно организовывать съемку. Друзья, сегодня вот с помощью вот этой вот чудо китайской конструкции, которую я показывал, вот она, чудо конструкция, удалось камеру прикрутить вот туда вот сверху. Вот. Ну и, собственно говоря, сегодня видео снимал я вот с этого ракурса, и посмотрим, что за видео в итоге получились.